У нас 12 июня 2017 года, понедельник. Ну вот и решили, Галя Загуляева предложила экскурсию совершить в лагерь. Ну сходили, потасковали там. А тут коров увидел я пасут, и не очень-то они хотели, но я так поговорил, и решили сходить там пастухам. И вот они сейчас идут назад. Вот так. Видите, какой, ласточки летают. Птицы разные. Трава такая густая, много. Это вот Никитин дом теперь. Он тут живет. А то дальше Володин, он там, видать, три дома. А это вот я стою здесь, это строится Алёша, сын. Это дом такой из брёвен. Ну чё, ну давайте рассказывайте, как сходили. Хорошо. А, так остановитесь хоть, куда так торопитесь? Стойте все в кучку, соберитесь здесь. Вот они где идут. Вон они идут где. Я их через траву только посмотрю. А ты загорела до или после? Ну, до я тоже загорала. Значит, ты загорела. Снайпер. Я? Нос красный. Ну, рассказывайте. Дошли до пастухов-то? Да. Пастух один был. А кто пасет? Тася Глушкова. Угу. Глушкова, Тася. Да как она могла оказаться тут? Ну, она приехала. Так у них одна корова всего. Не, ну, все равно. Ну как, сходили? Да. Да. Сходили. Видели орхидею степную. Не жалеете, что сходили? Нет. Ну ладно. Вот, ну, слава Богу. Цветы. Я знаю. Вот, а ты знаете, что вот это? Нет. Это не просто... Я ошибаюсь, наверное, это не тот. Если это гвоздика, то это символ свободы в Англии. Гвоздика. Ну, они всегда в петлицу пиджака. Сколько время сейчас? Наверное, уже 7. А? А 7, наверное. Я 7, так давайте, все, идите ужинать. Да-да. А кто огню отпустил одну? Мы шли, просто она вперед пошла, я не знаю, ничего не сказала. Как так могли одна? Разве это можно делать? Одна по степи, девчонка. Категорически запрещено это. Я увидел, и она дома тут. Вот видишь, я говорю, что там влетит. Ну, благодарим тебя, наставник наш, любезный. Он мой голубь полетел. Красоту. Смотри, о, падает. Все, падает, вон он. Видишь? Ну ничего, куда смотришь, что он упал. А почему он падает? Он упал. Почему? Высоту набрал, теперь снижается. А-а-а. Все,